Доброго времени суток, меня зовут Виталий, и вы на канале Картавый Плей. Ну что, 24-я миссия, 24-й босс, Йети, Летящая история. Смотрим деку. Цингатрон, ну это я так его назвал. Ну, эти боярышник, персик. Посмотрим. Посмотрим, как это все пойдет. Ну вот на банана дум я не знаю, но тяжелых нету. Можно его поменять на вот эту. В принципе. Ну, можно еще кабать. Ну не знаю. Банана дум поменять. Дело в том, что 9 за 9 очень тяжелый. Вот. Тут единственный вариант, да, это только это. Можно на вот эту будет поменять. Ну, посмотрим, как сейчас пойдет. Посмотрим, что куда. Вообще, посмотрим, что за босс, как он выглядит, что из него можно выжать. О, два чувака, да, которые будут бафать над гробием. Заход у нас вроде неплохой. Ну тут явно нужно уничтожители нужны, чтобы 1-3 замороз начинает игру с двумя авторами. Питаем хорошо, что у него еще минус 10 здоровья. А, у него здоровья мало. Ну, понятно, если здоровья мало, то значит нужно это. Так, амфимия, кому-то не снизит здоровья при игре другим бобом. Другого боба у нас нет. Так что игре не игре. Он амфибия. Поэтому можем его чисто на водичку поставить, пусть стоит. Вот сука. Ну, хотя бы развели его на дельфинада. Дельфининада. Угу. Я буду этот 2-3, он же ж, если этим вы нанесли урон зомби-герою, возьмите случайно зерно, кабачок или боб. Да. А он амфибия? Амфибия. Ну это ж не боб. Или боб. Нет, цветок. Цветок. Ну на 3-1-1 тоже интересный. 2-1 это на что? Растение получает плюс 2 и становится неуязвимым. Две жизни. Блин. За 2. Это амфибия. Ну это амфибия зато с командой. Давай, наверное, пока так. На следующий ход что-нибудь за ним поставим, за этой восьмеркой. Можно вернуть назад. Так, он, наверное, за 3 там поставил. Ага. Ну, давайте, наверное, сюда случайное зерно будем хавать. Антигерой 6. Ого, 7-2. Да, сейчас мне 8 урона в лицо. Но я надеюсь, что сыграет щит. Чик, давай мне что-нибудь, что там. О, прикол. Не ожидал. Ну вот, щит сыграл, как я и думал. Неуязвимый на этого хода. Не-не-не. А что неуязвимый? Я сейчас ли оставлю, они, оно все пропадет. Эту хрень надо играть потом. Амфибия, да? Но он уже отыграл, он уже нам дал халявную кукурузу. Так. 8-4 надо грохнуть. Растения становятся неуязвимыми. Да. 8-4, да? Так, 1-1. Одного этого не хватает. А что, растение получает? Ага, эта штука тоже становится неуязвимая.
То есть, в принципе, нас нам общую можно не тратить. Так, тут надо помозговать, подумать, как это все правильно отыграть. Это же что, нанесение зомби-героя, да. Мы можем назад вернуть вот этот 8-4, чтобы он там... Он же на него там что-то просрал, да? Да, он его бафнул. То есть выгодно, очень-очень выгодно будет его вернуть. А бафнули его 1-3 эти говняные. Так. Запарил. Пищит так, зараза, противно. Три маны не хватает. Не, ну вернуть в любом случае надо, чтобы он не умничал. Ну что, выставим один. Пусть пока грохает. Блин, ну вот этот же сейчас появится, зараза. Как не вовремя. Может, ему жизнь... Давайте ему жизнь дадим. Или бессмертие. Может, там... О, нормально. Чё, кого бафнишь? Ну, 3-5 бафнул. Ну, это сейчас будет 2-2, но он сдохнет. Ага, 3-3, хрен там, не сдохнет. Ну, пойдёт. На один раз сойдёт. Блин, надо этих выносить вообще срочно. Ну, по мане мы не тянем их выносить. Дамага нет вообще. Вообще нет дамага. Бобом, да? Ага. Пятая мана. 3-1. Это же бобом. Ну, бобом смысла нет. Можно им еще одно бессмертие дать. Пусть они еще поумничают. 1-3. Хочется 3. Бессмертие. Он же вытягивает карты еще, да? Да. Бессмертие можно тогда дать на следующий ход. Потому что он станет 5-4. Он тут как раз нам наведет порядок. Получается, нам нужно что-то за 2 поставить. За 2 мы можем 2-2 сюда впендюрить. Да, а это мы поставим. Она что же амфибия, кстати? А эту мы здесь поставим, пусть ее грохнет. Запарил, сейчас опять он его бафнет на 8. Сука, прям ненавижу этих уродов. Но мы пока терпим, пытаемся. Тем более 8-4 у нас сейчас, в принципе, пососет относительно. Потому что мы бессмертие сейчас всем выдадим. Так, эти 2 сдохли. Тут непонятно, что кто. Так, это орехом, да, даст жизни еще. 5-6. И бессмертие. Да, то есть мы сейчас сюда выставляем и даем бессмертие. Вот. Посмотрим. В принципе, рикошет растения. Сука, сейчас, да, как и знал. Рикошетник говняный. Ну все, до свидания. 8 урона. Да, уделали нас, уделали. Уделали вот эти 2 мудака, которых я так и не вынес. Ну ничего, надо еще раз попробовать. Там уничтожители хороши, лягуны бы зашли. Ну, по мане мы уже все. 2 суперспособностями, да, задание. Давайте еще разочек. Еще подумаем, еще поиграем. Бам-бам.
Так, 1, 4. Вот это классная штука, она их вынесет, но это мало. Четверку, тройка. Попытаемся достать двоечку. О, единичка, отлично, зашла. Блин, четверку менять. Сейчас будет невыгодно. Кстати, вот эта единичка нам поможет. О, троечка, отлично, хорошо. Хорошо пошло. Опять нам бессмертие дали. Да-да-да. Ого. Ну, я, короче, мне кажется, все. До свидания. Я уже заранее сдаюсь. Ну, реально, я не знаю. Я и тех-то двоих не смог вынести, у меня дамага нету. Этим персонажам тут нет дамага, тут лейт-гейм только. Пипец. Мистер Пипец. Ну, можно потерпеть, попытаться вот так. Он сейчас на надгробие поставит, все. Он там разбафается просто вообще. Слышь, 3 мудака этих стоит. Это вообще, это просто невиданно. Ну и все. До свидания. Я даже не знаю. Тут надо как-то выносить их пытаться. Но мне... Прикроем жопу, попытаемся пока что ли. Жесть, он сейчас станет пятеркой, представляешь? Смотри, какая жопа. Ой, надо сдаться и заново поиграть. Не, ну это вообще не вариант. Ну что, если даже... Жесть. Опять придется другого героя, другую деку использовать. Надоело. Надоедает эта херь. Обязательно должна быть определенная дека. Я такой мудак. Мне вынести надо этих всех вообще троих. Выносить можно только этими, только чем угодно, но нет. 4-3, а что он там? После уничтожения, ну, 4 зомби. Так, ну этот сдохнет, жалко. А можно бессмертие сделать? Ну как я сделаю бессмертие? Ну как, возьму и сделаю, как? Ну нам-то нужно зомби или зерно. Все, давай. Нападал. Всех растений на земле. Но это не так страшно. На земле это не такая прям проблема. Ладно, сейчас собака пятерочку выдирает. Проблема в том, что они на земле, все эти 3 ублюдка. Этот нам сейчас кукурузу даст опять за 10, нахер бы она сдалась. Ну, кабачок дал. Правда, тоже бессмысленно. Опять сейчас разбафает этого Хермана. Так, давайте, наверное, попытаемся вынести. Блин, ну 5-4 жалко. Ну, ничего. Он появляется там, появляется сям, да? 4-2, 4-3. Ну, только так. А куда ты переместишься? Ты тут и останешься. Но все равно грохнет. Ну, блин, 5 урона мне сейчас даст. Даже 6, из-за того, что прострел. Сука, минус 1-1. Блин, никак не могу их убить. Представляешь, как он их защищает? Скотобаза. Просто скотобаза. Защищает этих ублюдков по полной программе. Вот скотобаза. О, ну наконец-то пришел, блядь. Полная колода вот этих уродов. И, блин.
О, он двоих поставил, да, они сейчас тоже разбафаются. Тут, короче, солнце хорошо подойдет, это берри-бластами все погрохать. Ну, мы пытаемся пока этой колодой. Так. Давай сюда. Сейчас они тут все разбафаются, и это тоже станет нормальной. Да. Так. Давай, наверное. Блин, я протупил. Надо было этого ставить сюда еще. А, он амфибия. Амфибия, пусть прикрывает жопу этого чувака. Он нам дровать будет на халяву. Да-да-да, давайте, расставляем, расставляем. Расставляем, все. Ой, уже засиделся. Кого там разбафывать будешь, 3-5? Ну да, разбафывай, разбафывай. В принципе, это трупак, это, ну, это не трупак, но не сильно большая помеха. Тем более нам тут выдают халявные бобы, о, бобов, бобовина пришла, бобовина. 3-4. Жалко 3-4 не грохну. Хотя можно 3-4 убрать. Но мне, в принципе, сейчас нужно убрать товарища 4-2 подальше, чтобы он не мешал мне тут работать. Прикроем пока задницу вот этим. Все-таки 7 у меня уже. Понятно, 3-3. В принципе, это тоже трупаки. Ананас нам все растения на земле получают минус 1-1. Ну, как бы не настолько страшно, как могло бы быть. Нам тут все выдают и выдают. Вот тыквочку дали. Наконец-то грабоеда дали. Ну сколько уже можно было? Я уже ждал, ждал. Так, куда грабоеда? Покладем. Положим, покладем. Угу. А можно кого-нибудь назад вернуть? Например, вот этого набафанного. Зачем он тут нужен? Блин, надо угадать, кого он тут, где большой будет стоять. Тут 3-2, тут может небольшой, а тут 3-2 может быть большой. Это что же бобом считается? 4, 5, 6, 7. Когда на гроба не хватает. Но у нас команда... Это у нас команда? Нет. Команда? Нет. У нас только команда тут. Да, то есть мы сюда сможем баба поставить. Ну, в принципе, можно его сюда выставить, а сюда одного баба поставить. Но он сейчас там неизвестно что, нам нужно съедать. Надо угадать. Давайте рулеточка. Раз, два, три. Ну, сюда было ближе. Значит, этого съедаем. Какая-нибудь шляпа. О, перемещальщик. Перемещальщик — это неплохо. Че, 3-4? Наверное. А что мы за 3 можем? Мы можем за 2 поставить. 2-2. Да, не жалея. Не жалеем, потому что 2-3 нам сейчас будут рисовать карты, блин, халявные. Ну, 2-4, да. Не, перемещальщик хуже был. Мы угадали лучше. Перемещальщик наносил мне урон, поэтому это было, конечно, да. Ну, все равно выиграли. Очень неплохая колода, даже в этом, если, ну, думать приходится, когда матчап херовый, приходится думать. Что такое? О, 3 баба. Что такое херовый матчап? Херовый противник. То есть по колоде не подходит.
Создать там чу-чу-чу, создать там надо было. Где там геройские задания? Так, геройские задания. Что за тупизм? Жесть. То прям такая сильная графика. GTA 8 или чё? Стоп, стоп, назад. Вот это они жесть. Разгадайте три растения с способностью команда. А, ну тут ничего создавать не надо. Да, воспользуйтесь. Вытяните, уничтожьте, создайте тертострофа. О, вот у нас оказывается. А у нас уже все тертострофы есть, так что все, добавить в коллекцию. Вот это тупит, конечно. Что-то они вообще намудрили, накрутили. Что геройские задания тупят так, как будто я не знаю. Чуть-ка, здесь не тупит, здесь все нормально. Ну что, подписывайтесь на канал, на Twitter, на вообще, на комментируйте, ставьте лайки. Всего хорошего, всего наилучшего. До встречи в следующей серии. Всем пока.